Polygon – первая хорошо структурированная и простая в использовании платформа для масштабирования эфиром и развития инфраструктуры. Его основным компонентом является Polygon SDK и гибкий модульный фреймворк, поддерживающий создание нескольких типов приложений. О курсе и статистике этой криптовалюты вы сможете узнать в бирже Gate.io. Вы сами знаете то, что криптовалюты очень сильно волатильны, поэтому будьте аккуратны и следите за котировками на бирже. Используя Polygon, можно создать оптимистик роли цепи, свертывающейся цепи ZK, автономной цепи или любую другую инфраструктуру, что может потребоваться разработчикам. Polygon эффективно превращает эфиром в полноценную многоцепочную систему. Эта многоцепочная система похожа на Polkadot, Cosmos, Avalanche или другие схожие платформы, но со всеми преимуществами эфиром, безопасности, яркой экосистемой и открытостью. А также его токен Matic продолжает свое существование и будет играть все более важную роль, защищая систему и поддерживая систему управления. Это лайер решения для масштабирования второго уровня, которого поддерживает различные биржи. Проект направлен на стимулирование массового внедрения криптовалют за счет решения проблем масштабируемости на многих блокчейнах. А где можно купить этот коин? Я лично пользуюсь Gate.io. Есть несколько причин, почему выбирать эту биржу. Во-первых, интерфейс проекта очень понятен. Во-вторых, большой выбор торговых пар, адекватная торговая комиссия, наличие мобильного приложения и есть куча других преимуществ. А также еще один плюс. Переходя по ссылке в описании, вы получите 20% скидку на торг комиссии. Биржа очень крутая, так что работать с ним определенно стоит. Какие его достоинства? Биржа входит в топ-7 самых лучших бирж в криптомире и имеет положительный бэкграунд. Чтобы начать торговать, надо пройти легкую регистрацию, а именно заполнить стандартную форму и подтвердить почту. Обязательно запишите данные, чтобы не забыть. Чтобы начать торговать, надо пополнить баланс через криптокошельки или карты. После переходим в классическую торговлю и покупаем монеты, которые хотим и которую мы изучили. На всякий случай подтвердите личность, так как это упростит работу с биржей. Но KYC не обязательно. Polygon объединяет Plasma Framework и Proof of Stake архитектуру. Фреймворк Plasma, используемый Polygon и предложенный основателем Ethereum Виталиком Бутериным, позволяет легко выполнять масштабирование и автономные смарт-контракты. Для существующей экосистемы, построенной на цепочке Plasma Proof of Stake, ничего не поменяется. Новые функции Polygon строятся на основе существующей проверенной технологии, чтобы расширить возможности для удовлетворения разнообразных потребностей разработчиков экосистемы. Polygon продолжает разработку базовой технологии, чтобы ее можно было масштабировать до более крупной экосистемы. Plasma Framework позволяет Polygon содержать неограниченное количество децентрализованных приложений в своей инфраструктуре, без обычных для такой ситуации минусов Proof-of-Work блокчейна. На данный момент Polygon привлек более сотни DApps к своему защищенному Proof-of-Stake сайдчейну Ethereum. Matic, собственный токен Polygon, представляет собой токен ERC-20, работающий на блокчейне Ethereum. Токен используется для платежей на Polygon и в качестве валюты расчетов между пользователями, которые работают в экосистеме Polygon. Комиссионные за транзакции в сайдчейнах Polygon также оплачиваются в токенах Matic. Polygon называет себя решением второго уровня, а значит, что проект не стремится в ближайшее время обновлять свой текущий базовый блокчейн. Проект направлен на снижение сложности масштабируемости и мгновенных транзакций блокчейна. С коммерческой точки зрения, боковые цепи Polygon структурно разработаны для поддержки различных протоколов децентрализованных финансов DeFi, доступных в экосистеме Ethereum. Хотя Polygon в настоящее время поддерживает только работу поверх Ethereum, сеть намеревается расширить поддержку дополнительных базовых блокчейнов на основе консенсусного голосования сообщества. Это сделает Polygon интероперабельной децентрализованной блокчейн-платформой второго уровня. Подпишитесь на телеграм-канал RostXNet, там публикуются посты, в каких мероприятиях он участвует и не только. А также на его канале вы увидите новости криптомира. Ссылка находится в описании, переходите, подпишитесь.